Благоустройство населенных пунктов – приоритетная задача для глав поселения, тем более, что этому наступившая почти весенняя погода. В рамках «Чистого четверга» в Игнатьевском сельском поселении производилась очистка участка центральной улицы, поросшей молодой порослью и кустарником. Этот участок давно портил вид улицы. Сегодня мы, благодаря вот такой хорошей погоде, уделили внимание нашим, как говорится, местам общественного пользования, которые, ну, вообще в нехорошем состоянии. Уборка мусора сейчас нужна. Видите, везде в этих зарослях свалки устраивают люди. Хочется к весне приготовиться, чтобы хутор был чистый. Принимают участие сегодня, ну, в основном администрация поселения, культура, библиотека. Впереди весна, и основная задача всех – навести надлежащий порядок в своем поселении и подвести.